В последний год десятилетия 80-х страна вошла уже изрядно устав от перестройки, набивших оскомину лозунгов, пустых прилавков и бесконечных метаний руководства. Да, в общем-то, и от самой КПСС с ее спецпайками и распределителями на фоне тех же пустых прилавков. Так что даже первомайская демонстрация солидарности трудящихся демонстрирует уже не единство народа и партии, а скорее наоборот, разброд и шатание в обществе, и даже антагонизм. Праздничная колонна на какое-то время останавливается у трибуны Мавзолея, и участники шествия начинают выкрикивать антиперестроечные и антиправительственные лозунги. Расцвела буйным цветом малина, разухабилась разная тварь, хлеба нет, а помогу талина, да глумится горбатый главарь. Случись такое лет 20 назад при Брежневе, это бы кончилось психушкой. Лет 30 до этого при Хрущеве, так и вообще расстрелом, как в Новочеркасске. Впрочем, на Красной площади это бы и вряд ли случилось. А теперь в 90-м Горбачев и первые лица государства просто уходят с трибуны. Как вскоре уйдет и вся советская эпоха. Впрочем, в 90-м еще кажется, что это не случится никогда. Просто потому, что так не может быть. В Ульяновске новый 1990-й начинается не лучше, чем по всей стране. Сперва аварии на ТЭЦ-1, едва не повторивший коммунальный коллапс 79-го. А затем дождем из кипятка в доме малютки. В одной из комнат лопнул радиатор отопления. Кипятком и раскаленным паром обварило 8 беспомощных детей. Все они погибли. Из-за халатности персонала вовремя на помощь к ним никто не пришел. Беды и катастрофы, посыпавшиеся на страну еще с начала десятилетия, как из мешка к концу 80-х, случаются с какой-то фатальной закономерностью, повторяясь то тут, то там, вновь и вновь. В Ульяновске ситуация такая же, как и по всей стране. Дефицит, очереди за водкой, окурки в банках на продажу, сигареты можно купить только из-под полы у цыган. Товарные лотереи на предприятиях. Это когда весь завод разыгрывает один выделенный на предприятии телевизор. Или всем цехам в 200 человек тянут жребий, чтобы узнать, кому же достанется пара женских осенних сапог. Расцветка и размер значения не имеют. Это было, конечно, я помню телевизор. Вы представляете, вот на район, в районе было 100 тысяч населения, мне дали 20 телевизоров. Ну что с ними делать? Я расписал по предприятиям. Ну, допустим, на авиакомплекс один, на комету там один, на Марс один. А остальные маленькие предприятия, их много. Я их объединил, 10 предприятий, допустим, один телевизор. Они приходят ко мне, а как нам делить? Ну как, тащите вот телевизор вам, а вы теперь тащите. Кто вытащит, того и телевизор. Жребий, да, совершенно правильно. Вот тащили жребий. Это было в 90-м году, я в исполкоме распределяли, не помню это. После мирного дня трудового будь спокойна, родная страна. Я помню, у нас тогда еще работал народный контроль за Волгой, один товарищ, он как делал, приходит в магазин, приводит с собой жену, заходит, так, вот у вас, ага, дефицит, на этот, а, там выходит в зал прям и говорит, так, сейчас будут продавать гречку, сейчас будут продавать там конфеты, сейчас будут продавать там это самое. А жена уже тут раз в первых очередь стала, ему там директора магазинов, слушай, Василий Петрович, ну мы тебе там обладаем. Ничего не надо, все, не надо мне ничего, а жена уже. Ну тогда цены были какие там, все стоило 20 копеек, 30 копеек, ну рубль максимум. Цены изменятся уже в следующем 91-м, после печально известной Павловской реформы. Пока же официально подорожали только товары из группы роскоши, в которую каким-то образом попали и кофе с шоколадом, и даже пиво. Это и не важно. Продукты питания в стране вроде бы и есть, и в то же время их нет. То есть колбаса, масло, сыр, мясо, они производятся в тех же объемах, что и 5, и 10 лет назад. И также вывозятся из глубинки в столицу и города-миллионники эшелонами и автоколоннами, но...
Больше их никто не видит, кроме журналиста Александра Невзорова. Пока идут бои у магазинов и мокнут под снегом проклявшие все голодные очереди, какие-то люди, вероятно, опять случайно, грузовиками вывозят в лес и сваливают в грязь под снег дефициты сказочные. Такими количествами, что диву даешься, да откуда все это вообще у нас берется. Ту же картину наблюдал один мой знакомый, стоявший в 90-м в оцеплении где-то в Подмосковье. Колонны грузовиков вываливали в котлован под нож бульдозера тонны масла, колбасы, сгущенки, то есть всего того, что мы у себя уже давно не видели, что шло в Москву, да так и не дошло. Мы стояли и плакали, говорил он. Опять продукты. На сей раз в глухом лесу, уже подальше от глаз, в 3 километрах от станции Белоостров, в заказнике пригородной, в бывшем противотанковом окопе, множество, видимо-невидимо, сваленных сюда еще, судя по всему, свежими гусиных тушек, ощипанных и разделанных. Часть в коробках, часть россыпью по склону. Сейчас, понятное дело, подтухло. И пересчитать почти невозможно. Вонь убийственная, мощная и тошнотворная на сотни метров вокруг. Но понятно, что здесь не одна сотня этих тушек. Кто, что? Опять загадка, хотя, честно говоря, эти загадки уже опостылили. Да вся страна, по всей стране это не было. Вот, Невзорова смотрю, эшелоны идут, мясо куда-то в обратную. Вы понимаете, вот ни для кого не понятно. Меня тоже не понятно, что тогда творилось. Вот тогда, эти, понимаете, в 90-х еще не отменял никто. Это потом Горячев закрыл область, как и многие другие, да, и все осталось. В 90-х годах, правильно говорить. Вот все уходило по... Были же лимиты. Было же все уходило, потом приходило. Система так работала. И вот в 90-х это все куда-то увозилось, а потом куда все пропало. Мне тоже удивительно. Полные-полные магазины, и вдруг стали по всей стране пустые магазины. Вы посмотрите, в Москве вдруг бух магазин пустые стали. Ну, в Москве магазин пустые. Что, в стране нет? Москву, что ли, заполнили? О том, что бездонную бочку, вернее, котлованы с оврагами вокруг обеих столиц продуктами все равно не заполнить, да и смысла нет, отчетливо начинают понимать в руководстве большинства регионов. Границы ряда областей и краев закрываются. Вывозить продовольствие нельзя. Конечно, в Москве требуют, даже грозят, и отставкой, и уголовными карами, но... Не тут-то было. На местах упираются, стараясь сохранить хоть что-то у себя. Кстати, с талоном мы помним, а сколько на него чуть ли не до уголовного дела, что он закрывал область и запрещал вывозить зерно. Помните же, это же было? Это было. И я как сельхозник тоже ругался, потому что мы ему сдавали зерно, ну, грубо говоря, по 2 рубля, а в Нижнем можно было за 4 продать. Но он закрывал область, и тогда вот появились у него... Он же сначала создал запас этих продуктов. Ведь талоны выпустить легко, а талон надо обеспечить. Талоны сперва на сахар, а в конце года на масло в Ульяновской области появятся уже в 90-м. Дальше больше, но пока еще никто толком не знает, что из этого получится, если получится вообще. Поэтому в крупных городах, Ульяновск не исключение, вводятся визитные карточки горожан. Без них в продовольственных магазинах не обслуживают. В отдельных краях и республиках даже пытаются выпустить свои чеки. Некий аналог местной валюты. Страна разваливается. Талоны – это не самоцель. Я помню, мы тогда обсуждали, очень много кругом обсуждалось в области. То ли талоны вводить, то ли какие-то деньги вводить. Да, что не свои, нет, не деньги вводить свои, хотя тогда в регионах были, если помнить 90-е, там даже какие-то вводили свои деньги, да, типа так. У нас нет, у нас был вопрос того, что людям давать, ну, грубо говоря, на счет какие-то деньги, чтобы дополнительно, чтобы они могли тратить на продукты. Но тогда всегда стоял вопрос, а куда они их потратят? То ли детям отдадут, то ли что-то купят, то ли... У него был вопрос, он всегда считал это продукты питания, что вот если человек нормально питается, второй это уже все может потерпеть, как они терпели там в 50-х, 60-х годах. Это вот четко у него было. Талонная система распределения основных продуктов питания, опробованная в 1990-м, приживется в области на целое десятилетие.
А сами 90-е применительно к региону останутся в памяти, да, пожалуй, и в истории края, как горячевские годы. 7 апреля 1990-го председатель областного совета народных депутатов Юрий Фролович Горячев избран первым секретарем Ульяновского обкома КПСС. Но этот период бывал, когда уходило партийное влияние. Уже вот с приходом, там что получилось? Когда Горячев пришел пред облсполкома, в это время уже на авансцену выдвигался лозунг «Вся власть советом». От партии функции стремительно, как вот весенний лед таял, да, стремительно убирались, да. Потом, я не помню, в каком году отраслевые отделы были ликвидированы в обкоме. То есть оставили за ними, так скажем, организаторские, там какие-то идеологические, так сказать, еще функции. Да? Но уже КПСС, обком КПСС во время Горячева, был вторым, а не первым зданием, то есть я имею в виду на площади, да, первым зданием был Дом Советов, потому что Юрий Павлович очень активно работал, он очень много проводил всевозможных совещаний, мероприятий, там вопросы рассматривал. Обком за ним не поспевал и не мог поспеть, и не поспевал, и все было, замыкалось, в принципе, здесь. И, конечно, на площади по этому поводу было, и, наверное, раздражение какое-то определенное, да, и какое-то недовольство. И были случаи, когда, допустим, какой-то актив готовится здесь, мы готовим там доклад, и они, ребята, пишут нам, звонят, дайте нам, а нам говорят не давать. Пусть сами, так сказать, пишут. Они говорят, мы знаем, что он готов. А мы говорим, он не готов. Они, мы знаем, что он готов. Ну, вот такие уже шли. То есть шел процесс вымывания власти из-под партии под лозунгом «Вся власть советом». Там ситуация была такая, что он был председателем облсполкома. И тогда вот это было назначение первым секретарем обкома партии. Но он не хотел. Тогда, в общем-то, уже непонятно было, где будет власть. В партии или в советах. И вот он поэтому... Давно уже, 30 лет назад было, детали не помню, но он все-таки решил как бы совмещать вот эти... какой-то период две должности. Но, в общем-то, понимаете, это менее важно. Вот я вам приведу другой, наверное, более интересный пример. Вот представляете, мы все говорим, много говорим, что он построил детскую многопрофильную больницу, да? А ведь он ее начинал строить, когда первым-вторым обком партии был Самсонов. А он был предоблсполком. И при этом... Он, в общем-то, единолично решал. И я уже не знаю, по каким причинам Самсонов то ли немного самоустранился от власти, то ли ему не хотелось, в общем-то, влезать в дело. Ну, просто вы представляете, чтобы при Горячеве Рябухин что-нибудь там, какую-то стройку затеял грандиозную, сам деньги решал, сам... Ну, или при Морозове, предположим, да, то же самое, там, Зотов что-то бы, что-то... А он вот это, кстати, очень мало об этом говорит. А это было, что, в общем-то, он был второе лицо в области, причем не номинально, а фактически. Тогда еще партию руководил. Но он спокойно строил детскую многопрофильную больницу, он спокойно решал финансирование, он спокойно решал с Геращенко вопрос. Мы тебе дадим землю, ты нам дашь денег на больницу под вот этот вот Центробанк. Поэтому... Перед ним никогда не стоял вопрос вот этих вот аппаратных игр, кто где. Он, где бы он ни был, он считал, что он первое лицо, и он решает вопрос. Ведь фактически-то все равно деньги же всегда были у советской власти. И сразу же началась, в общем-то, вся его бурная деятельность и с дорогами, со всеми другими.
А в обществе уже назревало отношение к России. Все это понимали, что это не сегодня, завтра произойдет. Но это произошло в 90-м году, поскольку, да, потому что законодательная база, особенно что касается промышленности, кооперативов, индивидуальной трудовой деятельности, она уже была сформирована. И все шло к тому, что, значит, партия становилась ненужным просто придатком, аппендиксом таким, да. И все шло уже к тому, что она должна уйти с политической арены. Вот и все. Это был период, когда уже было ясно, что у партии будущего нет. Это уже было ясно. Горячев просто, как правильно сказать, я как я понимаю, ему просто рекомендовали временно занять эту должность. Временно. Потому что он понимал сам, и все было понятно, что основная нагрузка будет не в партии. Основная центр будет не в партии. Все это понимали. Поэтому Горячев как общественную нагрузку я воспринял. Он туда, конечно, ходил, проводил там, насколько я помню, там проводил там заседания. И бюро там собиралось, так сказать, и секретариат собирался. Но это уже были акты скорее такого инерционного характера. Потому что все варилось в Доме Советов у Юрия Павловича. Восточная Германия, о которой так эротично щемяще рассказывает неотразимая Патрисия Касс, не станет в 1990-м. Берлинская стена к этому времени почти полностью уйдет на сувениры, а ГДР навсегда, как видится, вольется в состав ФРГ. Совсем скоро, уже через пару лет, появится Евросоюз. Европа объединяется, в то время как в Советском Союзе даже не идут, а полыхают совсем иные процессы. Литва объявляет о своей полной независимости. Армения объявляет войну Азербайджану. Фактически вываливаются из-под союзного влияния Прибалтика и Закавказье, неспокойно в Молдавии. Пока помалкивает, но уже живет по своим азиатским законам Средняя Азия. Страна сыпется на глазах. И те же процессы уже начинают закипать в автономных республиках и даже областях РСФСР. Такое ощущение, что за редким исключением почти все хотят куда-то выйти и отойти, желательно насовсем. Совсем скоро разговоры о разделении поползут внутри области, города, да чего уж там, гулять так гулять по городским районам. Там, по Новому городу, я даже скажу, когда я работал председателем исполкома, мы так неофициально назначили Паркина Геннадия Дорофеевича, сейчас он уже умер,
как бы неофициальным председателем исполкома, как бы по новому городу. И они тогда стали сразу говорить, это новый город. Я, конечно, если честно сказать, не очень это воспринимал, потому что я сразу спрашивал. Вот когда Сычев со мной говорил или Радюк, они говорили, вот новый город. Я говорил, извините, вы в каком районе находитесь? Они говорили, в Заволжском. Вот видите, говорю, никакого нового города нет, есть Заволжский район. Они активно проводили тогда политику отделения микрорайона от верхней террасы и нижней террасы, от Заволжского, скажем, района. Вы, если помните, была поставлена стела там, район авиастроителей. Но когда в 90-е годы, ну, я уже работал председателем исполкома, в 89-м или в 90-м году приступили к этой проблеме, то там выявилось, я тогда вот впервые узнал, что если создается новый район в городе, то к нему создается еще 43 организации. То есть это район, ну, прокуратура, милиция, суды, райсобесы и там, да, и много чего, ДСАФы и так далее, и так далее. То есть 43 организации. А тогда уже 90-е годы, вы помните, уже началось так, ну, свободное плавание. И тогда Верховный Совет не принял решение о том, чтобы создавать. Да, уже потом, тут годы так полетели, 90-91, что потом никто уже не поднимал вопрос о новом микрорайоне. Слухов было много, они и сегодня есть, эти слухи. Но когда речь вели о том, чтобы город пополам поделить, это еще заволжские депутаты придумали, совет депутатов. Давайте мы отделимся от города, сделаем это город-спутник Ульяновск. Основная часть будет правобережная, а мы левобережная. Свой бюджет, своя техника, свои люди. И сами собой будем обеспечены питаться. А тогда губернатор был горячий, Уфролович. Я к нему пришел и говорю, Юрий Фролович, вот так они хотят отделиться от нас и не быть больше с нами. Он подумал и мне говорит, они выживут. Мост-то наш все-таки. А как они будут обеспечить? Хлебом, продуктами, магазинами, электроэнергией, теплом и так далее. Если хотят, пусть, пожалуйста. Я пригласил тогда к себе людей, председателя горосполкома. Говорю, ребята, вы на самом деле так задумали? Нет, мы прикинули, больше мы к этой теме не возвращаемся. Город не разорвали и сохранили свою целостность. А вот по присоединить нас к Казани, это тоже была чья-то мысль не очень умная и не очень современная. Если бы такое свершилось, мы были бы чужие у себя дома, мы Казани не нужны. Помните, а что далеко ходить, когда ГДР с ФРГ соединили? До сих пор ФРГ говорят, вы наши нахлебники, мы вас кормим, а вы зачем к нам пришли? Вот такая бы ситуация была, если бы тогда это случилось. И с нами. Мы были бы, ну, людьми пришлыми. И никто бы нас не старался лучше сделать нам жизнь. Поэтому эти разговоры давно-давно были, они утихли, слава Богу, чтобы они не возрождались. Да нет, конкретных планов не было. Вот то, что там где-то, может, в Москве что-то там крутилось, и это в прессе, как обычно, рисовалось. Но на уровне отца он даже это... Ну, не было серьезных вот проработок где-то в Москве, что-то. А вот то, что он районы, кстати, при нем же тоже было вот этих административных реформ много. Удачных, неудачных. Но было время такое, когда партию разрушили, понимаете, все же на партии держалось, все держалось на райкомах. Их не стало. Вот эти администрации. Где тут демократы, где не демократ, не поймем. Yeah.
В августе 90-го поднимается в небо первый построенный в Ульяновске среднемагистральный красавец Ту-204. Надежда отечественного авиастроения – машина, которая по замыслу создателей не только должна заменить устаревшие советские модели на внутренних линиях, но и выйти на международный рынок, оставив далеко позади Boeing и Airbus. Не вырвется и не заменит. Производство нового лайнера подобьют буквально со взлетом первой машины. Так что за 30 лет в Ульяновске и Казани будет собрано всего несколько десятков 204-х и его модификаций. При том, что стоимость тушки в 2-2,5 раза ниже аналогичных западных машин. На протяжении 90-х буквально все высокие делегации, прибывающие в Ульяновск, включая президента Ельцина, побывают в сборочных цехах авиакомплекса. И каждая будет обещать подумать, разобраться и помочь. И ни одна ничего не придумает, да и не поможет. А что «Авиастар»? «Авиастар»? У нас по всей стране уничтожались авиационные заводы. В принципе, это, они просто не финансировались. Это не областное, это федеральное имущество было тут. И поэтому, вообще, знаете, вот я не буду говорить о стопроцентной правдивости этих слов, но это мне рассказывал отец, что вообще Boeing давал стране и в том числе области большие деньги за то, чтобы «Авиастар» совсем закрыть. И это рассматривалось на очень серьезном уровне. Я не буду называть пару фамилий, потому что они на сегодня живы, которые вели с отцом эти переговоры. И сам, самой верхушки власти, Ельцин никогда, а вот эти вот ребята... От отца нужно было его, так сказать, аналитическая записка, что, в общем-то, «Авиастар» области не нужен. И тогда у области решались все вопросы. Там были многомиллиардные долларовые вливания со стороны Америки, чтобы уничтожить наш «Авиастар». Ну, обещания вливания так, наверное. Да, я думаю, нет. Они, думаю, были бы, потому что это конкурент «Боинга» тогда создавался. И они... Я думаю, «Авиастар» бы закрыли, и вливания никаких. Да нет, я думаю, вливания были бы однозначно, конечно. Это, я думаю, вливания здесь-то были в область, а у этих ребят-то, наверное, были в личные счета в Америке вливания. То есть это... Эти, вот эти вопросы, они, конечно, никогда нигде не афишировались, да, но процессы эти шли в стране. И так идут за годом год, так и жизнь пройдет, и в сотый раз маслом вниз упадет. Бутерброд, но может будет хоть день, может будет хоть час, когда нам повезет. Я жду ответа. Больше надежд. Кстати, для самого Виктора Цоя не только лето, но и вся жизнь закончится в 1990-м. 15 августа на трассе под Юрмалой. О гибели музыканта впоследствии будет снят художественный фильм, немало документальных проектов расследований с версиями случившегося. А стена памяти Цоя появится в районе Старого Арбата буквально в день сообщения о смерти музыканта. Такие же стены возникнут еще в ряде городов Советского Союза и откроются памятники. Его именем будут названы улицы, скверы, астероид, что, в общем-то, и неудивительно. Кумир миллионов, открывший своим творчеством последнюю эпоху в жизни страны, своим уходом ее и закроет. А на его песнях вырастет целое поколение молодежи, которому предстоит проводить Советский Союз и войти в новое, непознанное и непонятное будущее. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пробой. В городе мне жители на выселках, камням лежать или гореть звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак.
Людям нужно было понимать, что происходит. Вот. И если ты понимал, то, в принципе, ты чувствовал себя достаточно комфортно. 90-е годы стали хуже, на мой взгляд. Почему? Потому что в 80-е годы, вот до 90-х, и еще была страна, опора. Я жил в Советском Союзе. И это было естественно, понятно и привычно. А вот когда рухнул Советский Союз, вот тут стало неуютно. Потому что ты понял, что ушла страна, в которой ты родился. Ну, знаете, как Атлантида ушла под воду. Мало кто остался в светлой памяти, трезво уведа с твердой рукой в строю. А потом наступило, как вам сказать, безвременье, когда любые твои действия могут привести к результату, а могут привести к обратному, могут привести тебя в беду. И вот это вот безвременье длится, к сожалению, до сих пор, потому что сегодня социальные лифты начали формировать, но они убогие какие-то. Вот беда-то в чем. Вот оттуда из Советского Союза вышли, ну, вот, на мой взгляд, в нормальное существование, ну, только те, кто прошли страшные горнила. В 80-х увидеть эротику нет-нет, можно даже по телевидению в ночные часы. Ну а что-то пожестче запросто почти в любом видеосалоне, которые, как грибы после дождя, открылись по всем уголкам и закоулкам необъятного СССР. Правда, статью за просмотр и распространение клубнички еще никто не отменял. Но реально за такие шалости уже никого не ловят и не привлекают. Ну не до того теперь. В общем, хоть смотри, хоть снимай, никаких проблем. А вот рисовать обнаженную натуру сложно, хотя бывает и надо. Ну, например, учащимся художественных училищ и отделений культуры, связанных с живописью. Официально должности натурщицы в Ульяновске нет. Есть прекрасный анекдот на эту тему, что художнику зимой прислала натурщица, еще не успела раздеться, греет, пьет чай, значит, с ним, зима. Он в окно выглядит, слушай, говорит, жена идет. Быстро раздевайся, а то что-нибудь подумай. Официально должности такой не было, да? Нет. И не было, и в Ульяновске сейчас нет. Я помню, что мне в училище культуры меня позвали в четвертом курсе вести рисунок. Ну, я думаю, как же, четвертый курс, им надо тело рисовать. Оказывается, нет, у них и денег на это не выделялось. И... А тогда Мынов был у нас культурой ведал, Борис Иванович. Я к нему, я говорю, Борис Иванович, это вот такие дела. Он говорит, ой, молодец, решил, выделил деньги. А где найдешь? Вот, и объявление в газете, никого. Наклеил возле институтов каких-то, около пединститута, помню, приклеил. И смотрю, какая девчонка подходит и читает. Ой, думаю, хоть бы не упустить. Я сразу к ней. Она, где у нас, едучи на север, следующий пункт, как уж называется, я забыл.
крупный, Ишеевка. Она из Ишеевки, работу не найдет. Я говорю, слушай, выручай нас. Вот. Ой, да она вроде... Я говорю, да ничего страшного, слушай, они про тебя забудут в первую же минуту. А еще она худенькая, нам для рисунка то, что и надо, чтобы костей побольше. И вот она помнится. Вышла, села, но не живая прямо. Но а эти карандаши шуршат, я говорю, им что ведро рисовать, что тебя, какая разница, о чем ты? И она вдруг отмякала, смотрю, все хорошо, пошло дело. Ну, устроилась куда-то на работу, и все. И тут это уже... была первая официальная ульяновская натурщица? Ну, не знаю, может быть. Может, по крайней мере, легально? Наверное, возможно, скорее всего. Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты, моя женщина. По результатам последней переписи населения СССР, случившейся годом ранее, в 89-м, в Ульяновске зарегистрировано 625 тысяч человек. Это официально. Но есть другая, неофициальная, возможно, и более точная статистика. В частности, кладбищенская. Так вот, в 90-м администрации городских погостов фиксируют столько же погребений, сколько и в городах-миллионниках. И тут никого не обманешь. Население Ульяновска приблизилось к миллиону. Уже через год-другой начнется обратный процесс. Конечно, устроиться всем на работу нереально, по крайней мере здесь, в областном центре. Собственно, как и в райцентрах. И многие граждане в поисках средств к существованию тянутся в другие центры, торговые. Главным образом в Польше и Турции. Были поездки и из Ульяновска. Ну, из Ульяновска, конечно, это было нечто такое. Помню, я поехал вот этим руководителем группы, я поднял вот этот груз, который мне везти, а груз что там был? Какие-то инструменты железные, какие-то детали с завода, все это везли, этим расплачивались с ульяновцами, зарплаты что-то такое не платили, и вот эти все вещи, значит, тащили в автобус. Автобус, по-моему, стоял на улице Ленина, там, где пожарная часть была. И вот я несу, значит, тяжеленный рюкзак, да еще у меня две сумки, смотрю, и другие тянутся тоже, загружают этот автобус. С автобусами немножко, наверное, это позднее было, когда уже ульяновские вот эти турфирмы, они набрались денег на этом довольно быстро, и они стали покупать свои автобусы. А до этого была поездка и на поезде до Москвы, а потом пересадка на Белорусском вокзале на поезде до Минска. Таких поездок было много тоже у меня. В Польше, значит, я не говорил еще, вопрос ночлега, там, чего это заботило меньше всего. И обычно, как приезжали, сразу же садились в автобус и сразу же ехали на точку. Не было жесткой определенности, где ночевать, чего. Главное – ночевать дешевле. А именно, вот, когда мы приезжали, например, куда-то, там к нам подходили какие-то старшие вот этого рынка, там чего, и предлагали. Вот гостиница, мол, такая-то. У нас, мол, есть гостиница, она простаивает в каком-то населенном пункте, и нас везут туда. Помню, вот название городка не помню, привезли нас в гостиницу. Это одна из первых поездок была, когда у людей, у челноков вот этих будущих, денег не было вообще. Они вот то, что набрали, они скупили товар в России, может, назанимали что-то, и приехали за деньгами. А денег нет. И поляки заселяли буквально по 10 человек в комнату. Комната, вот скажем, вот таких размеров, она вполне допускала 10-12 человек.
несколько кроватей там стоит, а остальной матрас там на полу, вот это все как что-то такое стелили. Но поскольку я был начальником, мне, значит, кровать в углу полагалась, это я помню. И вот все мы там спали, и мужчины, и женщины. Вот такие были первые поездки. Насчет еды. Конечно, вот ходишь или на рынок там приезжаешь, тут вкусные запахи, какие-то польские колбаски, там чай. Ну, в общем-то, позволяли себе только чай, как правило, больше ничего. Но приходили в гостиницу, открывали, значит, тумбочки. А в тумбочках популярная еда была, значит, у челноков у нас. Колбаса копченая. И вот если мы жили несколько дней, то через сколько дней такая вонь стояла в комнате, потому что колбаса портилась. Такая публика, которая, значит, приходила к нам на рынок, ну, это как везде. Вот и у нас рынок, там что-то, тут и пьяные мотаются, и поляки, которые поддать любят, и есть вполне, так сказать, такие адекватные, они относились нормально. Тем более, я, например, говорю по-польски, я, так сказать, там был и переводчиком одновременно. Они относились нормально, потому что они видели, сколько приходит терпеть челнокам, как они на это идут, и они понимали, сочувствие какое-то было, что вот мы в таком положении оказались, без денег, без всего, надо самим о себе заботиться. И было вот сочувствие, и сами-то они плохо жили. Но жили, конечно, лучше, чем мы, потому что это вот мы переехали, смотрим, дома аккуратные, все это выглядело так по-европейски. Но у нас, так сказать, до того было, что ли, не то что хуже, а не цивильно. Например, впервые мы увидели вот эти пластиковые бутылки с водой, там кока-кола, что-то, лимонад вот эти, в Польше. У нас еще не было их. И даже один, значит, из группы у нас стал собирать вот эти бутылки, привезти сюда в Ульяновск. Привезти, наливать в них на манер, как фирма. И он их привез, просто набрасывал их. Вот, потому что бедность, конечно, была. Наши старались экономить на всем. Даже, например, помню, мы ехали в трамвае, что ли, в польском, и тут проверка билетов. Ну, для нас это сложность, кто-то там с валютой, кто-то чего-то такое, как там, чего брать просто, и не брали. Ну, поляки, так сказать, относились очень отрицательно, там началась драка какая-то, в общем, обрызгали этими слезоточивыми, но все равно не В 1990-м, созданный годом ранее областной СПИД-центр, Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, получает новое здание на проспекте Нариманова. Точнее, здание старое, даже очень. Построено оно еще после войны пленными немцами. Но вот сама служба становится самостоятельной и совершенно новой для региона. Что и неудивительно. Первые случаи страшного заболевания фиксируются
и в Советском Союзе, и в Ульяновске в частности. В Белоруссии так вообще вспышки грозят обернуться эпидемией. Ну а лечить, тем более излечивать новую для страны заразу еще никто не умеет, да кажется и по сей день. Были тогда все случаи завозные. И потом у нас первый случай был наш уже. Это был, ну, довольно-таки крупный начальник, тоже работал за границей и там заразился. Но как таковой еще у нас вспышки не было. Вот именно только единичные случаи. А уже вспышка, она началась в 96-м примерно году. 95-й, 96-й уже там среди. У нас началось ведь с Димитровграда. Вначале в Димитровграде стали регистрировать гепатит Б. А уже тогда говорили, что на плечах гепатита, в общем-то, заносится ВИЧ-инфекция. И поэтому мы очень много работали в Димитровграде. И в основном это были наркоманы. Меры санэпидпрофилактики данная категория граждан соблюдает слабо, точнее, просто игнорирует. Латексная зарубежная контрацепция – большая редкость, да и стоит она прилично. Одноразовые шприцы даже для лечебных учреждений еще никто не закупает. Не на что. Кипятили только. Стерилизация была кипячением вначале, а потом уже автоклавирование и все. Поэтому все-таки на это внимание и в те годы обращали. Шприцов, конечно, одноразовых тогда не было. И, в принципе, вот этот отдел, он был создан по работе с населением, по профилактике, как себя предохранить от ВИЧ-инфекции. Не отдел, а спеццентр был создан. И основной упор тогда делался на обучение медицинских работников мерам профилактики, обучение молодежи. В институтах работали, в школах, в институтах усовершенствования учителей. То есть через них хотели, вот, чтобы все-таки была профилактика и меньше заражалось. Но, конечно, большой вклад несли это лица, принимающие наркотики инъекционно. А раньше ты считал, что у нас такого быть не может, что это только где-то далеко за границей, и болеют строго определенные лица, потребители наркотиков, не обязательно это человек, который имеет семью, работу, ведет нормальный социальный образ жизни. Соответственно, и его реакция была совершенно, ну, отрицание, что у меня этого не может быть. И действительно, они ходили по несколько раз, пересдавали анализы в других лабораториях, чтобы действительно подтвердить, что он имеет такое заболевание. Не всегда принятие происходит достаточно быстро. У нас был очень интересный пациент, он достаточно часто ходил к нам в спеццентр и был нестандартной ориентации, и нашим дамам в процедурном кабинете, сестрам, докторам, то рецепт интересный расскажет, да, там как капусту солить или еще что-то, то свитер модный покажет, как это делать, что это, ну то есть вот какое-то такое действительно было отношение, как родственное, так скажем. И, естественно, вот эти первые пациенты, они надолго врезаются в память, их помнят все старожилы центра СПИД, их помнят, что называется, под теми вымышленными фамилиями. В 1990-м в Советском Союзе впервые официально признается безработица. Первых безработных пытаются регистрировать, и ответственные за это чиновники хватаются за голову. Таковых... Не чиновников, а безработных. Насчитывается почти 2 миллиона человек, и ситуация ухудшается. Ну а те, у кого работа еще есть, пытаются добиться хоть каких-то гарантий улучшения условий труда и повышения заработной платы. Реальный уровень доходов населения неуклонно падает, рубль обесценивается. По стране прокатывается волна забастовок. В Ульяновске впервые бастуют учителя. В течение нескольких дней декабря работает только четверть городских школ.
Что делать в стране и со страной знает, кажется, только что вновь получивший советское гражданство Александр Солженицын. Его статью «Как нам обустроить Россию», опубликованную в сентябре в «Комсомольской правде», граждане читают взахлеб. Но как именно обустроить страну, вроде бы знает почти каждый и без Солженицына. Как, например, слесарь Ижорского завода Александр Анатольевич Шмонов. Приехав 7 ноября в столицу из деревни Простоквашино, что под Ленинградом, он с праздничной колонной демонстрантов проходит на Красную площадь, а когда до мавзолея остается 50 шагов, вынимает из-под пальто совсем не фоторужье, а обрез двустволки и два раза салютует по трибуне, где стоит Горбачев. Сотрудники в штатском успевают ударить по стволу так, что пуля проходит мимо новоиспеченного Нобелевского лауреата. Шмонова скручивают и оттаскивают в сторону. Трансляция торжеств с Красной площади на 15 минут прерывается концертом классики. Как говорится, в таких случаях после бала Шмонов, ставший впоследствии правозащитником, около года отсидит в СИЗО, а потом еще 4 в психушке. Как душевно больной. Хотя от того, что происходит вокруг, не заболеть душевно или просто душою, кажется, уже просто невозможно. Все трещит и разваливается. Привычный уклад не уходит, а уже ушел в прошлое. И осень, накрывшая страну, пророчески станет последней осенью целой исторической эпохи. О том, каким будет последний год СССР и первый год новой, во многом не похожей на него страны, мы надеемся вместе с вами вспомнить в следующей программе. До встречи в прошлом. Время назад. Последнюю осень ни строчки, ни вздох. Последние песни осыпались летом. Прощальным костром догорает эпоха. И мы наблюдаем за тенью. Последняя осень. Осенняя буря, шутя, разметала все то, что давило нас пыльною ночью, все то, что играло, душило, мерцало. Осиновым ветром разорвана в клочья последняя осень. Последняя Сергеевич милый, ну что же вы нам ничего не сказали о том, как держали, искали, любили, о том, что в последнюю осень вы знали, последнюю осень, последнюю осень. Холодное море шипя поглотило осеннее солнце за облаками. Вы больше не вспомните то, что здесь было, и пыльной травы не коснетесь руками. Уходят в последнюю осень поэты, и их не вернуть, заколочены ставни. Остались дожди и замерзшее лето, осталась любовь и ожившие камни. Последняя осень. Последняя осень.